Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Ребята, Камила, Вова, у нас сегодня с вами финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем. Вова, как ты думаешь, кто победит? Мы еще узнаем в конце. Не высказываешь предположение. Камила, а ты как думаешь? Как думаешь, удастся тебе вырвать победу у Вовы? Думаю, да. Ну что ж, пока лидирует Вова, у него 33 фишки и на 2 фишечки меньше у Камилы. Разница совершенно незначительная, минимальная, я бы даже сказала. А в финале фишек заработать у вас будет возможность много. Так что, ребята, главное, это будьте внимательны и вспоминайте то, что вы узнали из предыдущих наших программ. Итак, тема нашего разговора, как и в предыдущие дни, несколько дней, правила безопасного поведения на улице, дома. Но для начала нам с вами нужно закончить игру, которую мы начинали раньше, загадочное лото. Правила вы уже знаете. Напомню только нашим маленьким телезрителям, что я загадываю загадку, вы ищете отгадку и ставите магнитик на правильное окошечко. Правильно? Подойдите к доскам своим. За каждый правильный ответ вы заработаете 2 фишки. Кто справится быстрее, заработает дополнительно еще одну фишку. Итак, ребятки, слушаем первую загадку. Внимательно, на кону 3 фишки по максимуму. Хоть и ростом невелик, а к почтению привык. Перед ним дубы и клены, и березы бьют поклоны. Ищем. Правильно, прикрой. Так, 3 секунды, Вов, тебе на раздумье. Поворачиваемся. Ответила Камилочка правильно. Топор. А у Вовы пила. Ростом невелик, к почтению привык. Он топор невелик, а пила – это она. Камила справилась быстрее, ответила правильно, поэтому 3 фишки в твоей копилке. Я кладу сама, а вы готовьтесь слушать вторую загадку. Итак, она уже звучит. В этом маленьком предмете поселился теплый ветер. Что это за предмет, в котором поселился теплый ветер? Поворачиваемся ко мне. Ну что? Что-то вы знаете, одинаково вы ответили и ответили неправильно. Здесь, ребята, речь идет о фене. Слушаем, ребятки. Ходит, бродит по коврам, водит носом по углам. Где прошел, там пыли нет. Пыль и ссор – его обед. Одновременно молодцы. Покажи, что у тебя, Камил? Пылесос. Абсолютно правильный ответ. Быстрый. Вы отвечали очень быстро, поэтому за скорость, но я не могу не дать вам, каждому из вас, по фишке. По 3 фишечки. Молодцы, ребята. Это же финал. Накал страстей, как положено. Держите. Вов, ты чего так? Такой. А, ты просто сосредоточенный очень. Ну, правильно, надо быть серьезным. Итак, ребят, последняя загадка. Возможность заработать 3 фишки. Внимательно. Ей набили мясом рот, и она его жует. Жует, жует и не глотает. В тарелку отправляет. Правильно ответили. Но Вовочка оказался чуть-чуть быстрее Камилы. Поэтому 3 фишки Вове и 2 фишки Камиле. Все, ребятки, присаживаемся. Держи, Камил, свои. Ну что, давайте посчитаем, сколько в первом конкурсе удалось заработать. 6. 6 у Вовы. Камила? 8. Ого, 8. Отлично. Отлично. Ребят, ну что, сейчас самое время для новой встречи с нашим старым знакомым, дядя Виталий. На экран. Ребята, здравствуйте. Сегодня финал. И через несколько минут мы все узнаем, кто стал победителем последних 4 дней. Ну а тема нашего сегодняшнего разговора касается абсолютно всех. Я вам расскажу, как надо правильно себя вести на улице, чтобы не попасть в беду. Запоминайте обязательно, потому что в самом конце сегодняшней игры на эти и другие вопросы вам придется отвечать. Поняли? Да. Правило первое. Если вы играете с друзьями во дворе, то стоит держаться в стороне от проезжей части, потому что машины ездят не только по большим дорогам. Правило второе. На прогулке помните об опасных местах во дворе. Это могут быть подвалы, чердаки, стоящие машины. Играя в прятки, не стоит прятаться за стоящей машиной. Она ведь может неожиданно поехать. Тем более, не стоит заходить в подвал. Его могут просто закрыть, и вы не сможете из него выйти. Правило третье. Не нужно играть с чужой собакой или кошкой. Собаки часто реагируют агрессивно на чужих людей, а кошки могут и поцарапать. Поэтому лучше не подходить и не гладить, и не дразнить незнакомое для вас животное. И последнее. Уходя из дома в отсутствие родителей, оставьте записку, куда и с кем вы идете, и когда вернетесь домой.
А по возможности оставьте номер телефона, по которому можно с вами связаться. Если в условленное время прийти домой не получается, обязательно позвоните родителям и предупредите о задержке. Я прощаюсь с вами и, как всегда, желаю безопасности в жизни и победы в игре. Ребята, ну что, у нас осталось с вами одно единственное испытание. Камилочка так задумалась. Одно единственное испытание. Ребята, сейчас мы проверим, насколько вы были внимательны на протяжении 4 игровых дней. Все, о чем я сейчас буду вас спрашивать, вы знаете. Во всяком случае, мы вам это рассказывали, я и дядя Виталя. Поэтому вспоминайте. Возможность заработать за каждый вопрос у вас будет очень хорошая. Каждый правильный ответ стоит 3 фишки. Давайте определим, кто начнет первый. Выбирайте руки. Камила первая начнет. Ребята, слушаем внимательно. Я задаю вопрос, а вы должны максимально полно на него ответить. Только полно, потому что если будет не полный ответ, то я дам вам немножечко меньше фишек. Так, Камил, первый вопрос твой. Что делать, если вас куда-то тащит посторонний человек? Нужно кричать на помощь или говорить то, что моя мама где-то вдалеке. Потому что если... Что мама где-то рядом. Звать тут маму, да? Да, маму звать. А лучше папа, потому что папа может, ну, дать человеку. И если уже выбрали... Сдачи. Да. Если уже выбрались из рук человека, то тогда бегите и как можно скорее звоните родителям, а потом в полицию. Очень полный ответ, Камила, очень. Биться, кричать... И все, что ты сказала. Молодец. 3 фишки. Держи. Вов, твой вопрос. Что нельзя говорить о себе посторонним людям по телефону? То, что ты один дома. И потому что они... Если ты им скажешь, то, что ты один дома, они подумают, то, что... Они узнают, то, что тебя легко украсть. И они быстро тебя... украдут. Поэтому нужно не говорить незнакомым людям, где ты, то, что ты дома один. Нужно говорить то, что ты с кем-нибудь, с мамой, с папой. Правильно, Вова, ты абсолютно правильно сказал. Местоположение свое нельзя раскрывать. И вообще, данные себе никакие не давать. Даже адрес. Ничего, молодец. Хорошо, ребята, вы слушали дядю Виталию, я очень довольна вашими ответами. Пока. Но у нас впереди еще 2 вопроса. Камила, на этот раз твой. Слушай внимательно. Это третья тема нашей с вами игры «Опасные предметы». Ребята, вспомните, какой предмет должен вызвать у вас чувство опасности. Чувство опасности. Чувство опасности – это спички, утюг, то, что все электрическое. Потому что если с ними неправильно обращаться, может случиться пожар или может ударить током. Камил, да, ты сказала правильно. Но помнишь, мы еще вот отдельно уделяли внимание разговору, дядя Виталий об этом очень подробно говорил. Когда мы едем в общественном транспорте... Нельзя... Камилочка. То тогда нельзя, там, если если увидел какую-нибудь вещь постороннюю, то тогда нельзя ее брать. Надо сообщить водителю и МЧСникам, и маме с папой. И говорить друзьям, то, что туда приближаться нельзя. Молодец, Камилочка. Вспомнила и все назвала очень подробно и правильно. Умничка, большая молодец. Держи 3 фишки твои. Ну, и на закуску финальный вопрос для тебя, Вова. Где нельзя прятаться, играя во дворе? И почему? Играя во дворе, нельзя прятаться за машиной. И в подвале, в чердаке. В подвале и в чердаке нельзя прятаться, потому что, например, можно там... Потому что какой-нибудь будет острый предмет, ты на него наступишь, и будет очень большая рана. Если у тебя с собой нету телефона, то ты погибнешь от большого истека крови. А над машиной, потому что она может быстро завестись, и водитель машины, даже не увидев тебя, может тебя быстро задавить, а подвал и чердак... Еще подвал и чердак, они потому что ты его могут закрыть, ты умрешь с голоду. Вова, ну ты просто молодец, без комментариев, очень полный ответ. Камила, все запомнила? Вова очень подробно еще раз напомнил, как и что. 3, как и обещала. Ребята,
Давайте для начала посчитаем, сколько сегодня вам удалось заработать. 12. Ты уже знаешь, Вова, как ты так счет? Дай-ка я перепроверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А я 13, я еще раз проверю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нет, 12. 14. Правильно. Так, у Камилы 14. У Вовы 12. До этого... У Камилы было 31, у Вовы 33. Итого получается. У Камилы 45, у Вовы 45. Ребята, как я вам говорила в начале передачи наших всех игровых дней, что вы мне показались сразу сильными соперниками, так оно и вышло. Вы посмотрите, в упорнейшей борьбе все-таки не удалось никому вырвать победу. Такие вы сильные бойцы, ребята, я вас поздравляю, потому что это вообще великолепный исход нашей игры. Вы вдвоем победители. В конце концов, ребята, вообще самое главное в нашей игре – это те знания, которые вы получили, потому что самое главное – это безопасность ваша и всех, кто с вами рядом находится. Понимаете это? Да. Насколько это важно. Я очень рада, ребята. Мне было очень приятно с вами поиграть, потому что вы оказались очень умными ребятишками, очень хорошо отвечали на вопросы, все запоминали. И я очень рада, что вы вдвоем победили. Ну что, подарки я, как и обещала, получит каждый из вас. Давайте их доставать. Давайте. Давайте. Разрешаю выбрать, кому какая нравится. Мне это нравится. Вот. Тебе это нравится? Да. А уже девочки вступим? Цветочек хочет. Спасибо. Вот, ты настоящий мужчина, молодец, держи. Спасибо. Ребята, я желаю вам успехов. Спасибо за игру и прощаюсь с нашими маленькими телезрителями. С вами жду встречу с новыми нашими участниками. До встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51.